Всем привет! Сегодня мы на автобезумии в Москве. Будет замер броника. Наконец-таки у нас повалит видео. Слева и справа везде наши проекты. Сейчас подойдем к Альмере. Вы посмотрите на ее стиль. И у нас будет отдельный обзор данной тачки. Вот она полностью на Луи Виттоне. Это теперь броневик. То есть здесь заварено все. Пол, потолок, панель. Осталось 10 сабов, но об этом попозже. И хочу послушать. Пойдем послушаем. Андон! Ну что, валим? Да, генератор сдох, брат. Еще по трекам такой получаем. Play me some paper, man. Ладно, идем далее. Что хотел еще показать, это мой любимый автомобиль, с которого у меня практически все и начиналось. Ford S-Max, который живет теперь в Москве, в Яхоле. Посмотрю, сохранился ли в нем тот ветер, который был, или нет, или нужно пацанам допилить. Вы это в комментариях им напишите. S-Max, мне самому интересно, что они сделали. В багажнике у нас стоит литий титанат, который до сих пор особо не опробовал никем. Ну, после сезона посмотрим, что с ним произойдет. На сабы у нас 4.11.800. У нас здесь есть вот такой вот тыл, М60 Neo, Т-35, что-то. А, во, УСИ. Апокалипсис 2.800 и МА-80.4. Я так предполагаю, это идет сюда. Кстати, фронт у нас сохранил ту же традицию, что и было раньше. У меня тоже стояли драйвера, только они стояли посередине. Испытываю такую ностальгию, находясь за рулем, потому что вот я на ней проехал где-то 1000-1050-60, наверное, а то и больше машина пробежала за 3 соревновательных сезона. Здесь разорвало все, переднюю панель, оторвало лобовик вместе со стойкой. В общем, машину разворотило, но сейчас она, в принципе, можно сказать, восстановлено. У нас сегодня заруба. Бровкина хотят наказать на Дымконца и на Газели. Это 418-е, да? И Газель, это Фиат. Ой, это Фиат. И пока он далеко сидит. Простите. Фиаты говорят, давят. Причем заруба на гробах и на Дымконцах. Пацаны, 418-е, смотрите, сверхмодный титанат. А Бровкин сегодня лиди поставил. Андрюха, вот это заруба, так заруба, не ожидал, да? Там чуть-чуть больше. Давай. Сейчас будет интересно, интересно. Два одинаковых результата получили эти машины. Сейчас интересно. Посмотрим. Да, подождите, стой. Мы не начнем сейчас вешать эти приборы свои. У нас тяжелая артиллерия. Давайте, знаете, как сделаем? 130 килограмм на лобовом слезе. Да, три девушки надо. Ну и примерно здесь. Тёма, Тёма, сколько весишь? А? Сколько весишь? Там 130 килограмм. Здесь сколько? Сотня. Мы в проигрыше. Короче, сотня против 130. Будьте мне любезны. Андрюха, Нео или Ферри, да? 8-нахи или 4-5-нахи, да? Да давай, еще скажи. Универсал против автобуса. 3, 2, 1, погнали! Вот это грохот! Ой-ой-ой! 158,8! 158,2! 20 секунд еще! Еще 20 секунд! 15! Ой-ой-ой! Чуть-чуть, ну 10 давай! 10 секунд! Но! 10! Но! 5! Но! 4! 3, 2, 1! Аплодисменты, господа!
Поздравляю, спасибо, спасибо. Пробки на ловко на Ферине вот наказал. А? Приятно бороться со сильными конкурентами. Но все теперь будут говорить, знаешь что, что ты на автобусе, машина большая. Большая. Пусть Бровкин пилит, ну, да? Пусть Бровкин мне стекло случае, купит. Нормально. О, погнали. Жара. Ой-ой-ой! Аплодисменты, дамы и господа, это 173! Поддержим, поддержим! Готовы, дети? Я по чуть-чуть. Готов? Да, снимаем. Есть еще одна семерка, она уже из Москвы, из города Яхромы. Давайте посмотрим. Кстати, она очень прикольно валит. Сейчас и послушаем ее заодно. Фронт у нас построен на 6 парах. MX-80, T25 Neo. В общем, а сделана обшивка, сами видите, каким образом. Здесь две фанеры между собой скреплены. В общем, какой инсталл еще нужен семерке? Вот такой. Зато громко, да, и зато валит. По багажнику здесь тоже все, как и у нас, только палка более тюнингованная, черенок для лопаты. И вот, инсталл у нас PM, и машина может посоперничать по качеству инсталляции с нашей. У нас что у нас? 4,8, это у нас идет на сабы. Дальше вот этот усилитель, который валяется вот так не закреплен, я и не знаю. По питанию у нас сейчас сделаю светлее титанат. Вот много машин, кстати, собирается на титанате. Ладно, валево. Оформление здесь банпас 4-го порядка с
стоит 4,415 саба, то есть сабы круче, чем наши семерки. Рез, не знаю, говорит, что один раз видел 161, и говорил, не говорите эти цифры. Ладно, наваливай по суху. Сейчас мы ее заведем, подожди. Такой быстрый обзор проекта. Кстати, он еще достраивается, поэтому все в таком в демо-режиме для того, чтобы тачка могла выехать на соревнования. Она была вот так вот быстро собрана. Ну и в общем, что, рез на соревнованиях не показала, но Ваня. Еще один новый проект, уже обновленный. В прошлом году он был на 2 18-ах, сейчас полностью обновился. I'm a lunatic. И если в прошлом году здесь аккумуляторы стояли по бокам и клетка сама была, короб полностью из дерева, здесь уже все сварено из металла. Результат очень интересный, который автомобиль показывает. Сейчас это временное решение. 2 аватара 3,5, которые идут на бас на 12 двенашек. И тысячник .4 идет на одну дверь, на левую. Правая у нас сейчас не играет. Оформление здесь достаточно редкое. Бандпас 6-го порядка удалось уместить 12 двенах. Сейчас стоят аватары, которые впоследствии будут заменены на 27-е дубонцы, да? И УСИ аватары тоже заменятся. И поставятся 2 1,8, то есть здесь будет лютая лють. Здесь 2 3,5, 158+. Ну, 159 гаражный, но сегодня 158,7. 158,7. Ну туда можно смело говорить, что 159, 2,3 аватара, 12,12 SST, ну я считаю это круто. То есть такой мощный рез, прикольный такой, прикольный. КПД в тачке есть, поэтому что будет на 27-х, остается только догадываться. Напишите вот в комментариях. Давай, кстати, кто угадает рез, тот получит басика даст из баса. Что вас мимо пишите, Денис Куснадинов из города Казани. Я думал меньше. Каждое соревнование на площадке находится тот автомобиль, который воодушевляет. Сегодня я нашел вот просто лялю. Автомобиль, который я влюбился, это копейка из Липецка. И вот только посмотрите, как она выглядит, какой цвет. И как, я не знаю, сколько сил, какой бюджет этой машины. Сколько бюджет? Один, это что, 1000 рублей? Один миллион. Копейка за 1 000 000 рублей. Здесь шестнарь, да, у тебя стоит?
шестнарь стоит. Ну, боком она не ездит, потому что ее жалко. Здесь стоит, ну, практически новая резина. Боком нам не удалось на ней поездить. Но в этом автомобиле вот каждая мелочь изменена. Потолок, зеркала, посмотрите, какие. Двигатель другой. И помимо внешнего вида, здесь стоит аудиосистема, которая нацелена на Эмму. Машина приезжает, побеждает по качеству звука и набирает баллы за счет того, что здесь нереально крутой инсталл. В дверях у нас стоит М60 Neo, MX80, Т34 пищалки, весь салон перешит. Багажник, вообще произведение искусства, посмотрите, вот эта вот фальш-панель, она перешита кожей с ромбиками. Там стоит короб ЧВ-2 123-х Саба, которые играют от одного HLX-1000-ника. Вот этот автомобиль действительно заслуживает лайков. Бюджет 1 000 000 рублей, говорит сам за себя. Стоит это того, не стоит, но по мне это тот автомобиль, который по-любому будет выделяться больше, чем какой-либо дорогостоящий Mercedes. Сегодня все, мы пакуем наш броник, отправляем его домой, отправляем домой наши демокары. Сегодня их было вообще огромное количество. Я не все успел снять, но надеюсь в дальнейшем все вон те машины, которые стоят, пополнят ряды наших видеообзоров на канале. Все, подписывайтесь. Всем пока. Мы пошли собираться.